Пошли кого-нибудь? Вот его. Нет, вот его. Я хаву его, давай, нормально, жри его, жри его. Нет, давай. Нет, нет. Жри его, жри, говорю. Много контроля не бывает. Нормально все. Ого, ворвался, ты чё? Здорово, народ, с вами Имба, и сегодня мы продолжим играть в Legends of Dota. И в этот раз у нас будет многокнопочная имба, в которой под ультимейт мипа мы совместим Black Hole, Тамбу и Ультразора. Что из этого выйдет, вы узнаете буквально через минутку, а пока попрошу вас поддержать выпуск лайком и нажать на колокольчик рядом с подпиской. А если вы тут впервые, то обязательно подпишитесь, ну и пишите в комментариях свои сборки, которые хотели бы увидеть в следующем выпуске. А теперь усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра, только сперва немного рекламы. Друзья, на тесте дроп завезли кейс Рошана, который раздает всем крутецкий шмот. Просто получай монеты за продажу выпитых скинов и открывай кейс Рошана бесплатно. Чем больше очков собрал, тем дороже и лучше выпадет скин. А по моей ссылке в описании вам дадут еще и бесплатный кейс за регистрацию, который вы сразу сможете открыть и выбить оттуда аркану или компендиум. Все, я собрался. У меня 305 с руки без шмота. Так, ого, полетело, блядь. Сколько? А ты, кстати, вряд ли сможешь сейчас их остановить. Они до упора вроде должны лететь. Да. Или я хз, короче. А, ну одна летит до упора, а одна нет, да. Это что там, проверочка? Уйдите с фонтана, глупцы. Минус Фриман. Здорово. Ай, что там? Что происходит? Что вы делаете, парни? Мы играем. Нормально, нормально. Мы еще с базы не вышли, уже 1-0. А что там? А видишь, я же говорю, что не все долетают. Да, некоторые просто да, улетают да. В жопу. Типа. Ничего страшного. А Крейт Аганим Скипетр? Аккюрейт Аганим Скипетр? Не, апгрейд. Тотали аккюрейт Аганим Скипетр. Так, а у вас осталось там посветить? Да они с базы будут выходить? Я не знаю. О. А сейчас мы с базы выйти, когда у тебя 100. Не петушки, да, не способности там все. Так, Vision можно? А у меня скиллы местами поменялись, блядь. Так о, он летит. У меня скиллы местами поменялись. О боже. О. Что? Ладно, я полетел. Давай. О, здорово, так, парни! А кто мне не полетел? Вот эти не полетели, значит, да? Хватит. Что за имба какая-то? Так, я запутался. Я запутался, да. Не те кнопки нажал. Я что-то не понял. То есть я выхожу с базы, у меня 100 хп, и тут еще этот... С блэкхолами угадал. Выхолов много не бывает. Все, я понял, надо было сначала запуститься, а потом уже прожимать кнопочки все. А что у нас сила? Да. Что за черт? Да не, мы им сейчас покажем. Как это контри, да? Сейчас повторим 45-й. Они фашистские захватчики, а мы союз. Короче, ребят, мне вот сейчас будет чисто интересно, сколько... Хватит. Такс. Пурум. Ну давай что-нибудь берем. Так, вот. В кого-нибудь. Давай вместе комбинировать, иди сюда. Идем ты где? Короче, я, пацаны, к вам. Мамки, погоди, я денег тут набрал, просто хочу немножко сейчас себе что-нибудь купить интересное. Что-то типа. Смотрите сейчас, что в центре будет происходить. Сейчас, погоди одну секунду. Мы тут разбираемся с тем, что нам нужно купить. Вот это. Пять там стоунов. Да, а я когда-то записывал тактику, как можно 5 там бунт делать. Ну тут это можно сделать на одном герое. Помню это, да. Так, слетаю я домой, похилюсь. Так, Брагос. Ребят, а вы можете вот такую вот канитель устроить? Минус один дракон, блядь! 500 хп осталось. Минус один. Мне кажется, джунглер забыл, что у нас играть можно только на одном лайне. Да ладно тебе. А что ж ты делаешь? Изнасилуй его за это.
Так, я не тот, не, опять не расконтролился. Мне кажется, джунглер хочет унизить. А чё не микроз? Ну, о, слушай, смотри, какой опасный парень. Ой, как жестко. Нет, хватит. Не да давайте с базы выйти. Да хватит. Купите худс кто-нибудь. Марио, давайте да. Купите худс. Да, жаль. Не надо. Пошли кого-нибудь из них. Вот его. Нет, вот его. Я хаву его, давай, нормально. Жри его. Нет, давай. Нет. Нет! Жри его! Жри, говорю! Много контроля не бывает. Нормально все. Ого! Ворвался, ты чё? Друг, ты чё? Совсем рамсы попутай, я сейчас умру! Слушай, а ты умрёшь сейчас. А ты сейчас умрёшь, и всё, пизда. Не умрёт. Он не смог! Он не смог! Помогите, не проживай! Лох! В смысле, я из дана не вышел, а не в кулдаун? Я умер? Нет, я не умер! Нет, о, нормально. А чё, у тебя кулдауна нету? Есть. А, 20 секунд всего, нормально. Так, ну, нечестно, короче. Так, а ну-ка в жопу. Несправедливо. Куда он делся? Ага, вижу. О, у меня мана кончилась. Там Барагос ещё свою грязь наводит. Да, Барагос... Верка подошла и сдох! А я отменю бухол. Куда ты делся? Да нет, всё. Ты никуда не уйдёшь, джумблер. Вернись, это пожалуйста, он на базу. Чем же контрить блокхол? Ой, это ужас. Еще кулдаунов уже вообще нету, считай. Ну это да. Так, у меня 11 тысяч. Что бы мне купить? А почему у вас кулдаунов нет? Не, они как бы есть, но они очень маленькие. А почему? Привет, Марио! Да, он на дровке минус 50%. Да, а у дровки же минус 50% куда. Урод. Просто урод. Понял. Здорово, Марио. Как ты дела? Так, где этот гребаный барабанчик можно взять? Шикарно. Кстати, не понимаю, почему Аганим не дает этот нимбус. Был бы нимбус. Да, очень странно, кстати. Походу просто не хватает количества этих. Ну. Интересно. Ладно, в принципе, этот предмет мне не нужен сильно. Количество кнопочек, походу, просто зашкаливает. Ребят. Я этот запустил машину. Нормально. Я за его идел. Ага. Хотя мне кажется, туда идти не выиграл. Стоит. О, Марио подожжен, его можно это, он не хилит. Нет. Нет. О, сколько там всего пролетело. Ура, убил. Здорово, парни. Имбашоу, кстати, легко умирает от фистов, но увы, вы не можете. Но не умирает. Вы не можете их сделать просто, вы не успеваете. Потому что мы с базы выйдем. Так, выходите. Что вам мешает? Выходите, да. А, ну раз разрешил. Ну, конечно. А я-то думаю, что я на тяжу. Держу, блядь. Слушай, как легко пушить с этими всеми фигнями. Там Фримен, по-моему, отлетает. Ну, блин, кстати... было бы так офигенно. Да. Было бы так офигенно, если бы было этот как. Оставь меня! Пожалуйста! Спокойно. Здорово. Так, ладно, мне походу надо продавать. Самые бесячие герои. Здорово! Слушай, ну Марио, походу, что-то знает. Нет. Как ему в этой жизни поступать? Нет, я не знаю, отстань! Отстань! Ой, привет, Фриман. Я нечаянно. А кто ливнул? Не знаю, кто-то вылетел. На Фриман. А что? А Фриман. Фриман на интернет не выдержал. Не, нет, это Чикамон или Марио? Это Чикамон, я здесь. Фриман написано. А, стоп, да. Так, ну что, полетели? Ну, оп. Иди сюда, падай! Ладно, я ошибался, вы не падали, хороший сэр. Да, хороший сэр. Ну ты уже покойник на самом деле, ты даже не представляешь. Да я знаю! 5 секунд назад ты умер. Давайте, примерно. Я предлагаю убить. Петушил. О, а вот и пришли! Те, кто умрут. Здорово! Только Влад вас сейчас должен убить, по идее. А, стоп! А, он не там возродился, а почему ты возродился не там? О, нормально. Я ж тебя убил только. Один все еще кастует, один продолжает кастовать. Ч
Чего он смотри, не двигаться. Ай, его на мне до сих пор работает. Я до сих пор живу. Сломанная игра. Все мифари мертвы, один кастует. Красиво. А вот это что такое? Вот это что? А, это не я, это не я был. Ты чё? Не, у меня ж ульта этого, в Райскинга. Просто ульта в Райскинга с мипарем срабатывает так, что мипарь умирает. Ну, X4. У нас минус трон. О, X4, да. Блять. Иди сюда. Давайте убьем его напоследок. Хорошо. Пацаны, дефайте, я хочу к вам прийти на последнюю битву. Пусть падает трон, ребят. Здорово. О, вот он. Да, господи. Почему ты в другом месте возрождаешься? Не знаю. Он возрождается около, походу, первого, кто умер. Ого. Нет, он всегда возвращается возле настоящего. Как? Чё Black Hole касту? Чуть-чуть не успел. Одна секунда. Одна секунда была. О, пацаны, смотрите, сколько я возрождаться буду. Ура. О, нормально. Нормально. Не, ну это было тоже весело. Расконтролиться, конечно, сложно, много кнопок нажимать, особенно когда я любимый герой, это Фантомка и Race King. Друзья, это было довольно сложно, но и в то же время весело прокликивать на пятерых героев разные ульты и скиллы. Так что я надеюсь, вы не будете цепляться сильно к геймплею, а просто хорошо провели время за просмотром видео. Ну и не постесняйтесь поддержать его лайком. А также заглядывайте на наш второй канал и посмотрите бои супергероев и злодеев на арене. А с вами был Имба, увидимся в следующих сериях. Всем пока и всем удачи!